Как обезопасить корову от пореза? Перед самым отелом или после него у коровы может наблюдаться дефицит кальция, после чего слабеют ноги, суставы. Во время беременности кальций уходит на образование костной системы теленка, а потом на молозиво. Вследствие этого у скотины появляется порез, опасное заболевание. Чтобы не было пореза, в корм скотине следует добавлять мелосодержащие средства, белок, горох, углеводы, зерно. Но и перекармливать скотину не стоит концентрированными кормами, ноги будут малоустойчивы. Для предотвращения этого заболевания после отела коровы необходимо провести рукой по стенам хлева, а затем по спине животного и прочесть следующий заговор. Стены будут стоять, а ты будешь приплод таскать. Крепки стены, крепко твое нутро. Аминь.